А спонсор сегодняшнего ролика — продавец монет Виталий Черников. Монеты на все платформы, лучшие цены. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами Кример. И сегодня я начинаю ванап на Дениса Черышева. Погнали! Собрал я вот такой вот составщик, ничего не буду про него рассказывать, так как это малоизвестные кому игроки. Тут некий гибрид даже получился, ну конечно, 96 сыгранность, ну в принципе да ладно. В общем-то, решил я сделать ванап именно на Дениса, так как я считаю, что это просто будущее русского футбола, да и просто реально перспективный игрок. В общем-то, я буду менять позицию его, я даже буду его ставить на форварда. Ну, посмотрим, где он будет лучше играть, когда-то он будет на левом фланге, когда-то на форварде. Также да, я вношу такое правило, ну, вернее, давайте вам скажу сначала стандартные правила ванапа. Если Денис Черышев забивает один гол, то я меняю игрока на игрока классом выше. То есть, допустим, сейчас у нас нон-рарная бронза, а потом я уже буду ставить рарную бронзу и так далее. Также, если Денис Черышев забивает в одном матче дубль, то я имею право дать ему улучшалку. И также, если Денис Черышев дает у нас голевой пас, и я также меняю одного игрока. В общем-то, поехали играть матч. Играть я буду либо в дивизионах, либо в кубках. Буду так чередовать. Ну, в общем, посмотрим, что получится. Играем первый матч. Так, нашли мы соперника. Я сыграю в черной форме, он в форме Манчестера Юнайтед. Да, давайте взглянем на его состав. Парень, видимо, там что-то меняет. Ну ладно, мы подождем. Так, давайте взглянем на его состав. Это Бибвией название. Ну и в принципе это Бибвией Лига с Хамисом Родригесом в центре. На форварде Чичирита. Единственное, наверное, это такой спорный вариант. Ну ладно, попробуем одолеть эту команду нашим составом. Пожелаем удачи, он жмет на паузу. Ну ладно, ждем. Так, Черышев с мячом. Можно что-то придумать. Так, так. Аккуратно. Обманули защитника, почти уже в штрафной. Нужно бить, Черышев! Вратарь сейвит. Опасный момент создал у нас Денис, и к сожалению, вратарь вытаскивает этот мяч и будет угловой. Так, ну это не Денис Черышев, но все равно можно пробить, и это 1-0. Конечно, этот гол мне особо ничего не дает, забивает это не Денис Черышев. Давайте посмотрим, кто все-таки забил этот у нас этот гол. Артуна забивает у нас этот гол. В принципе, гол только дает нам победу в этом матче, ну, по крайней мере, на нынешние минуты. В общем, тут просто убрал защитника и пробил по центру. Там даже, по-моему, рикошет от вратаря был. Ладно. Так, и парень нажал на паузу. Видимо, будут какие-то замены. Ну ладно. Так, мы продолжаем. Так, Денис. Денис. Штрафной, штрафной. Можно пробить. И это выше ворот. Или это был даже сейф. Да, это, скорее всего, был сейф. Да. Денис, какие фитиплюшки-то он утворяет. И можно сделать прострел. Ой, а что это получилось-то? Вратарь сейвит это с трудом. Но мяч все еще у нас. И нужно бить. Ой-ой, что творится в штрафной соперника? Какая-то полнейшая неразбериха. Денис Черышев, сольный проход к воротам. Пытается он это сделать. У него это получается. Ой, как красиво там можно пробить. И вратарь сейвит этот мяч. Обидно. Так, Черышев. Черышев опять с мячом, но нет, тут его уже забирает, но тут на подборе есть один наш игрок, и но все равно. Да нет, Денис-то борется, борется парень. Так, Денис Черышев, Черышев, как внутрил защитника, можно пробить! Выше ворот, или это опять сейв, браво. Просто невозможно вытворяет, браво, ну ладно.
Так и пробить, но нет, плохой удар, согласен. Ой-ой, это очень опасно и, блин! Пропускаем глупейший гол на 45-й минуте. Ой, реально очень обидно, просто Карлсвелл накрутил всю нашу команду и прошел к воротам и забивает. Ну просто, мои защитники просто не успевали за ним, и вратарь, к сожалению, ничего сделать не смог. Такой гол в раздевалочку дал нам соперник. Обидно, на самом деле. Так, забег по флангу, и будет навес. И да, мы справляемся с ним. Заканчивается у нас первый тайм, счет 1-1. К сожалению, Денис Черышев у нас не забил ни один мяч, не отдал ни одну голевую. Но все равно, у него были какие-то сольные проходы к воротам, и они, к сожалению, не заканчиваются успехом. Вратарь все это успешно сейвил. Вот такая вот статистика после первого тайма. У меня 9 ударов, из них 6 в створ. У соперника 1 удар, 1 гол. Ну, собственно, не редкость такое в нынешней FIFA. Ну ладно, продолжаем. Так, Денис, Денис, Денис! Можно пробить! Это! 2-1! Денис Черышев забивает у нас мяч! Наконец-то он реализует свой момент. Обалденно! Это просто... А, это не Черышев, что? Да почему опять не Черышев? Ну это правда же обидно. Я был уверен на 100%, что это Денис Черышев. Серьезно. Просто капец. Блин, ребят, простите. Я отвечаю, был уверен, что это реально был Денис Черышев. Блин, обидно, два гола, и ни один из них Черышев не забил. И не отдал ни одной голевой. Это что это такое? Нужно срочно исправлять ситуацию. Опа, Черышев, Черышев! Получил мяч и... Блин, отбирает у него мяч, как обидно. Так, Денис Черышев, Денис Черышев, Денис Черышев, можно пробить! Вратарь, сейвит это. Так, Черышев, Черышев опять с мячом. Какой божественный проход, и можно дать пасец. Эх, совершаю я роковую ошибку, нужно было все-таки бить, я это признаю. Эх, опять же, очень сильно обидно. Потому что Черышев у нас не забьет в этом матче. Так, опять Черышев с мячом. И можно тут пробить. Эх, мимо ворот. Опа, Денис Черышев, вратарь! Как он это сейвит? Как? Это просто капец, ребята. Это невозможно, то, что вытворяет вратарь. Какие он сейвы творит? Так, 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 должен быть третий гол! Вратарь опять сейвит, но это все равно был не Черышев, нам бы от этого гола бы ничего не было. Ой-ой-ой, это очень опасно, 90 минута, нет! О, господи! Это просто капец. И он и в первом тайме забыл на 45-й минуте. Так. Денис. Денис Черышев. 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 Забить надо! Надо! Ой-ой. Эх, Дениска, Дениска. 2-2. По итогам двух таймов. Полнейшая. Точнее, не заслужил соперник эту ничейку. Полностью мы доминировали над соперником, но нет. 45-90 минута матча. Да. Денис Черышев стал у нас лучшим игроком в нашей команде. Ну и, конечно, лучший игрок матча это Браво. 9,5 его оценка. Сколько он совершил сейвов? Просто хочу на это посмотреть. 12 сейвов. Ой, а наш вратарь 0 сейвов. Ну да. Наш вратарь полнейшая дырка. Так, ну, в принципе, все, сами видите по статистике, у нас 20 ударов, 11 в створ, а у соперника 2 удара, 2 в створ и 2 гола. Полнейшая несправедливость. Ну ладно, пойдемте играть в следующий матч. Так, ребят, решил я поставить Дениса Черышева на форварда. Так, нашли мы соперника. И давайте взглянем на его состав. Это рейтинг 76, Аркана Пруд называется его составчик. Это... Ха! Интересный состав. Русские парни. Аршавин, Жирков, Быстров, кстати. Ну, блин. Интересный будет, думаю, матч. Ну ладно, поехали. Так, Денис Черышев. Денис Черышев, его там повалили, судья, ничего, да?
Так, ну ладно, он встал и, блин, потеря мяча. Так, Черешев, Черешев. Так, 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 накрутил-то всех. Просто всех накрутил, и с мячом-то он остался, но нет, к сожалению, потерял. Ой-ой-ой, ой-ой, это очень опасно. Киржаков, 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 скоси, нет! 1-0. Киржаков. Так, ты так очень опасно, вратарь сейвит, да ладно. Так, Денис Черешев не успевает, а там все равно был офсайд. Так, 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 пас на Дениса Черешева, Черешев, ну должен ты, эй, судья, это красная, там был срыв атаки, да, правильно делает судья, и кто у нас получает, это Александр Аняков. Там был выход 1-1, Аняков, так что все заслуженно, и все честно, и все правильно. Там даже не и речи шло о подкате сзади. Так, Денис Черешев, ну и сейчас ты должен забить, вратарь! Точно по центру, блин, как обидно-то, очень обидно. Такая ошибка была, и я ей не воспользовался. Ой-ой-ой, как это было опасно-то, ну нет-нет-нет, вратарь! Выручает нас, и все еще опасно. Ой-ой-ой! И это 2-0. Просто глупейший же гол на своей ошибке. Не забивает он. Аршавин это забивает. Эх, очень обидно. Ух ты! Опять же ошибка-то. Получилось, и надо вывести как-то на Дениса. Еще раз пас. И... эх! Так, Черешев, 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 очень опасно. Выход 1-1, удар, и... да! 2-1. Денис Черешев забивает. Наконец-то, в прошлом матче, к сожалению, это не получилось, но в этом матче он реализует свой момент. Так, ну и просто он убежал от его от защитников. Вася Березуцкий, к сожалению, не догнал его. Ну и под перекладину забивает он. Ух ты, Черешев-то, ну и надо сбивать! Блин, вратарь. А сбивать-то должен был сейчас Денис. Но, к сожалению, вратарь сейвит это коленом каким-то сумасшедшим образом. Ну ладно. Ой-ой-ой, очень опасно! Мимо. Кто это бил? Это был Живков. Так, и... эх, 3-1. Все-таки нам забивает третий гол. И это опять Аршавин, я как я понял. Аршавин делает дубль. Ну, в принципе, мне вообще ни сколечки не обидно. Парень заслужил на этот гол. И Андрей Аршавин забивает. Так, Черешев. Эх, не прошло. Ну, еще есть второй шанс. И... так, тихо. Нужно на Черешева дать пас. И он не проходит. Так, Черешев, Черешев. Так, нужно что-то придумать. И можно пробить. Ну, не попасть же в защитника. Так, нет, 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 это не должен быть гол. Офсайд. Так, 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 ну уже, Зуев. Останови Киржакова, не должен быть 4-1, нет, и он делает ошибку. 3-1, по итогам двух таймов, Денис Черешев забивает, но тут, к сожалению, мы проигрываем, но, в принципе, нет, совершенно не обидно, соперник нас переиграл. Вот, и мы, собственно, поменяем одного игрока. Давайте посмотрим на оценки наших игроков. Киржаков, Аршавин, Аршавин, а у нас Денис Черешев. Черешев 7,5. К сожалению, не он лучший игрок матча, а лучший игрок Киржаков 9,3. Добавил я рарного бронзового игрока из Атлетико Мадрид Роблеса. В принципе, хороший парень с хорошей физикой. Ну и, в принципе, относительно хороший пейс. Вот так вот преобразовал наш состав. С одним рарным бронзовым игроком, к сожалению, Денис Черешев забил всего лишь один гол, и мы, собственно, поменяли всего лишь одного игрока. Ну, будем надеяться, что в будущем он будет забивать больше и чаще. Ну и, в принципе, на этом у меня все. Это был такой пилотный выпуск в Анапе. Это было что-то новенькое для меня и что-то новенькое для вас. Я себя пробовал как в комментировании матча. Не знаю, как у меня это получилось. В общем-то, не судите строго. Возможно, это были какие-то запинки. В общем-то, я только учусь. Ну и, собственно, если вам понравился этот проект, поддержите его лайком. Если вам понравился Денис Черешев и то, что я начал снимать в нем ванап,
тоже поставьте лайк, и если вам не трудно, подпишитесь на канал, так как в будущем будет множество ванапов и других различных рубрик. Ну, в общем-то, с вами был Кример, играли мы в FIFA 15. Всем удачи, всем пока.